А перед началом видео я хочу кое о чем вас попросить. Я никогда ни о чем вас не просил, но теперь мне очень нужно. Я прошу приложить вас палец к монитору на белой точке и не убирать его до конца таймера. Мне это очень важно. Спасибо, сладкий. Ага. А чё так мутно? Скрадивает и ещё орёт. Чё так мутно? Я не в приставочку играю. Мыло, мыло какое-то. Диаграфон! Так хочу, что рядом кто-то просто... Йоу! Ёб твою мать, блядь! Да ну на... Что это такое, с***? Это ж мне в жопу, прямо сейчас. Да что ж ты так несёшься-то сюда? Пошёл нас. Включи фонарик. И что, думаешь, меня не увидит из-за этого? Я просто буду бегать в темноте, как дурачок? Ой, по-моему, я обманул его. Ёб твою ж! Так, стой, раунд 2, файт. Тут есть какой-то смысл? Записки, пиписки? Чё-нибудь? Вот, я вижу свет. Он топает, меня не видит. Это здраво. Ёб! А, это мой фонарик. Так, смотри. Красные шторки. Это признак девственности. И твоя аналитика признак дебила. Так, я не пойду в сторону шума. О, дверь. О. Ёп. Ну, пиз... Начались карусели. Ран. Соси медведь, пожалуйста. Где? Отключив. Отключил, но толку. Ран. Ёп! Сука! Ну все, я ему отомщу. Чем? Фонарем. Я просто зол. Лол, Валер, та дверь, которую ты тогда нашел, это вот эта дверь, из которой ты только что вышел. Я понял, я иду обратно в эту дверь. Run. Ну пизда, она закрыта, ладно. Как он быстро бежит, какого черта? Я не вижу смысла, что можно просто идти в другую. О, все, конец игры. Кто там стоит? А, это другие. Они просто не выпускают меня, понятно, западня. Один меня гоняет здесь, другие там. Стой, ребят, можем договориться. Что я могу вам предложить, подождите? Коробки. Радио, кстати, работающее. Сука, выпустите меня, пожалуйста. Если я не буду выходить, он просто прибежит, а я такой, оп, я не выйду. Вот я сделал вид такой, ты сделал вид, что я вышел, такой, типа, я вышел, бах, но я не вышел. Вот это поворотит. Что, я куда? Что? Я провалился под дом. Не-не-не, это секретный уровень. Это не баг, это фича. Мне кажется, он замечает тебя, потому что ты фонарем ему светишь. Ладно, Андрей, если он мне теперь спалит, это все на твоей вине. Я без фонаря. Ну пиздец, Андрей! Фонарик это. Как это ты вообще сделал? Ладно, если он идет слева направо, то есть мы можем его, в принципе, запалить его S. Да. Ух ты. Видишь? Ему похуй, блядь, ладно, ему не похуй на фонарь. Вот видишь? You play маленьким человечком and must protect your family and yourself from infection of night blind. И, блядь, понятно. Когда солнышко отпускается вниз и поднимается луна, а страшный ужас темноты приходит, они будут прятаться в тени и страйк суденен квакать. But какое-то время море, and ты маленький грузовичок. Здесь гол, и поверь, это правило. Идите нахер. Манда. Сука, это ж тупо. О, такая игрушка у меня была, вот эта вот хрень. Она говорила, когда нажимаешь на живот, она открывала клюв, и если нажать на язык, это типа ты ее кормишь, и еще она такая клевая была. Это как тамагочи, только, бля, она клевая, я забыл, как она называется, бля. Похер, у меня смысл не превращается. Понедельник нажать Е, окей. Let's do this. How to play. C-V-A-S-D. Смотреть, это мышечка, прыгать, это спейсбар, бежать, это shift и лаги. 7 утра, action, pick, drop. Пик. Ничего не знаю. Чё? Кем моргнул? Пик. Да что? А, это я в шкаф стучу. Так, а вот и правило. Кормите монстра под кроватью. Видимо, не под моей, у меня там баррикада. Что ты моргаешь? Spin Baby Mobile. Это я не знаю, поэтому это правило не для нас.
Нажмите красную кнопку, чтобы закрыть гаражную дверь. Это правило? Окей. Закройся нахуй. Флюштелет. Что там с туалетом связано? Я все, что я понял, пока покормить монстра. Я такой тупой. Сейчас... Сейчас час почти. И мы ждем 7 утра. Ну это просто. Сидим и ждем 7 утра. Маленькая ракетка. Я должен кормить тебя игрушками. Да ну нахер, там страшно. Я просто останусь в комнате до 7 утра. The sister's bed blight needs to feed toy. А, подсказки, где нужно покормить его. Типа под кровать сестренки требуется покормить чувачка. Но нет. Ноуп. Под моей кровати все нормально, значит все. Это проблема сестры, ничего не знаю. Я отвлекаюсь, тихо. Ух ты ж, блядь. Ёб твою. Твоя сестра, дед. Ебать, вот это индийское кино. И что, что моя сестра дед? Меня это не волнует. Under your parents and under your sister beds. Не забывайте кормить их игрушками, когда они кричат. Еще и шкафчики. Ох, блядь, их нужно закрывать иногда. Понял. Ладно, я понял. Пойдемте походим. Так, я возьму эту ракету на всякий случай. Это ты! Маленький пиздатый, забыл, как тебя зовут. Все. Конечно, мне будет жалко тебя скармливать ему. Но придется. Есть кто под этой кроватью? Нету. Ёпта, что это? А, это стул. О, я понял. На. Доволен? Да, теперь не только. Хайзенберг? Нет, в моем доме мед не варит. Кто обоссал стену? Не за что. Ага. Сиди там, сука, молча, слышите? Я здесь главный. Какой динозавр, я бы тебя скормил первым. Ну-ка сюда. Ладно. Ай, сука. Да иду я, блядь, иду. Теперь я дед. Ой, все, я походу наигрался. Какой... А, блядь! Какой графоний. Ты видишь, да? Нет. Здесь азиаты страшные. Тут... А, это ложка. Он ложку убивает тетку. Маленький пацан. Одноглазый маленький азиатский пацан. Я появился в доме, где очень непропорционально все. Привет, телек. Пока, телек. Это азиатский дом, а это шкаф. Налево кнопку мыши, молиться шкафу. Я это сделал два раза. Ну что ж, это к удаче. Да, он... Чё, скролл маус вил вниз, чтобы флешлайт. Я скролл, да, он маус лист. И нихера. А, просто на F надо просто нажать, и все. Закрыто. Хера, с каким звуком открываются здесь ящички. Господи, вы гоните, что ли? Пиздец. Кухня напоминает мою. Пусто. Толчок напоминает мой. Грязно. Я думал, не пусто. Там не пусто только после вас. В тот момент, когда в доме даже в толчке пусто. Разработчики постарались сделать открывающимся все дверьки в этой игре, но ничего не положили в шкафчик. Че на картинах изображено? Язык заплетается. Бля, какая интересная игра. У меня тумбочка светится мистическим цветом. По всему дому появляются... Блядь, тут пиздюк на полу, что мне делать? Уеби ему. Ага, я вижу, злая тетя с глазами заставляет есть кашу пиздюка. Может, пиздюка заставляет есть кашу? Да, все верно. Пиздюк, похоже, отказался есть кашу, поэтому она повалила его на пол лицом в пол. Что будет дальше? Я детектив. И теперь, оказывается, было два пиздюка, и они сгорели. И они оставили вот кукловоду пиздюка. Я должен что-то с ней сделать. Угу. Еще один рисунок. Что-то он значит. Я детектив. Так, я уже близок к разгадке. Андрей, ты не понимаешь, насколько я близок к разгадке. Мне так непонятно.
Опа. Понятно. Не, нихуя. Она повесила, эта тетка повесила девочку за шею на балконе, она погибла. А, я вижу альбом целый. Так, назад. Жила-была семья. Жена, муж и пиздюк. Была авария, родители погибли. Мальчик остался жив, и его приютила тетка. Красная ведьма. Потом какие-то серые рандомные люди. И тетка их убила. А, это они хотели приютить их себе, этого пацана, но она его убила. Стоп, девочка. Девочка. Нужно найти это место, где она висит. Стой, это, по-моему, главный холл. Блять!